Видео подготовлено сайтом online.gdz.net. Давайте выполним упражнение номер 2 на странице 6 рабочей тетради по русскому языку для первого класса автора Канакиной. Прочитаю, впишу предложение, пропущенные слова. Слушает, говорит, читает. Так, давайте сначала обведем эти слова. Слушает, говорит, говорит, читает. Читает. Итак, Айболит читает. Читает. Крокодил говорит. Говорит. Старуха тоже говорит. Говорит. Старик слушает. Слушает. Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если у вас есть вопросы или предложения, оставляйте свои комментарии.